почему большое количество студентов школы Highlands Community Chorin Technical Schools выбирают локацию на Whitney Avenue? Давайте попробуем узнать ответ на этот вопрос. Очень удобное место расположения. Детей в школу отвез и приехал сама учиться. Я выбрал эту локацию, потому что очень близко к дому, очень быстро добираться, там 5 минут. Ну, прийшла до цієї школи, тому що мені сюди ближче добиратися і вивчати англійську мову. По рекомендації друзів. А я вибрала цю локацію, тому що я рядом живу. Тому що живу рядом. Я вибрала цей корпус, тому що мені дуже сподобалися наші керівники, які нам викладають. Вони дуже креативні і дуже терплячі до нас. Ми їм дуже вдячні. Тому що мені порекомендували школу Highland School. Приветствуем всех на нашем канале. Мы продолжаем серию обзоров наших корпусов, и сегодня мы узнаем больше об локации, которая находится на Whitney Avenue. Здесь уже около 5 лет мы предлагаем классы по изучению английского языка, и на сегодняшний день количество программ увеличилось и, соответственно, поменялся график занятий. Как именно проходит учебный процесс на данной локации и какие дополнительные услуги предлагаются, ответы на эти вопросы мы сейчас узнаем у нашего русскоязычного сотрудника. Добрый день, Оксана. Меня зовут Мила. Я работаю здесь параэдюкейтором. Наш сайт Whitney, это состоит из двух зданий. Это Whitney 1 и Whitney 2. У нас есть утренние часы и вечерние часы. В утренних часах у нас 320 студентов и вечером 120 студентов. У нас есть такие классы, как нулевой класс, первый класс, второй и третий плюс. А вечером мультиуровневый класс. Также, когда вы приходите к нам, вы учитесь в нулевом и первом классе, это вы начинаете учить английский язык. Со второго класса у вас добавляется такой предмет, как Workforce Readiness. Это такой предмет, как компьютерные навыки, коммуникативные навыки, те, которые вам нужны для поиска и нахождения работы. Также в третьем классе вам добавляется такой предмет, как история Америки. Обучаясь здесь, вы можете заработать американский диплом о среднем образовании. Также у нас на нашем сайте есть такой предмет, как подготовка к экзамену по гражданству. Вы можете приходить понедельник, вторник и среду. Ну и на нашем сайте обучаются студенты из разных стран. Это такие страны, как Афганистан, Украина, Россия, Молдова, Беларусь. Есть студенты из Таиланда, из Бирмы. У нас мультинациональное сообщество. Приходите, вы здесь не только обучитесь английскому языку, а также найдете себе новых друзей. Я сама была 3,5 года назад здесь студентом, и эта школа мне помогла не только в изучении английского языка, но и также в адаптации здесь. Поэтому, пожалуйста, приходите, кто живет поблизости от Watt Avenue, пожалуйста, приходите и обучайтесь. Большое количество наших студентов приходят на эту локацию не только чтобы улучшить свои знания английского языка, но и с целью получить диплом, а также приобрести профессию. Доброго дня, мене звати Олена, я з міста Києва. В США ми проживаємо з вересня місяця і з жовтня я навчаюсь в Highlands. Зараз я знаходжусь на 3-му рівні і після того, як я закінчу курс історії США, я зможу обирати курс по професії. Ну, мені подобається, бутує думка, що в Highlands складно навчатися, бо нічого не навчають, але я так не вважаю. Я вважаю, що коли людина хоче, вона може навчитися і може отримати знання, які їй потрібні. Меня зовут Ева, і в Highland я прийшла не так давно, но мне всегда нравился английский, поэтому здесь я могу только улучшить его. Сейчас я очень активно занимаюсь историей, и я открыла столько новых фактов, что голова просто взрывается от информации, но это очень интересно. И мой следующий шаг – это взять Medical Terminology программу и развиваться в этой сфере. Может быть, стать позже переводчиком. Мои соседи ходили в эту школу, они посоветовали мне ее, она недалеко от дома. Они сказали, хорошая школа. Я приехал, посмотрел, да, хорошая школа, хорошие учителя, хорошая программа. И надо заниматься английским. Приехали в Америку, поэтому решил заниматься в этой школе. На
Наша школа с гордостью внедряет новейшие технологии для улучшения процесса обучения. Для этого каждому студенту нашей школы мы выдаем бесплатный телефон Samsung S21 и оплачиваем все услуги. С помощью телефона студенты имеют доступ к приложению Brain, которое разработала наша школа, а также игровой программе, которая направлена на улучшение знания английского языка. Студенты, играя, изучают новые слова, фразы, построение предложений и много чего другого. Поэтому сегодня основатель данного проекта и наш учитель Джоэл Колмен представляет детали программы для студентов. Hello, my name is Joel Coleman. I'm a teacher here at Highlands Community Charter School, and we've been developing a video game that teaches English, and we're rolling it out to the classes today. This game is an innovative game that focuses on vocabulary building and phonemic awareness in its current state, and what we're trying to do is provide a fun and interactive way for our students to improve their language skills and engage them in using the phone. Highlandia is now available on our Samsung S21 phones. We provide these phones to our adult learners. With just a tap of your finger, you can access our engaging language learning games anytime, anywhere. Our app harnesses the power of technology to make language learning more accessible and convenient than ever before. Say hello to a fun and interactive way of mastering a new language, all through the device that you already know and love.